Уважай себя, береги природу, сохраняй экологию. Пруды и прилегающая к ним лесополоса в микрорайоне Щелково-7 являются любимым местом отдыха местных жителей. Однако не все проводят здесь пикники, сознательно оставляя после себя немало мусора. В субботу на этой территории прошла акция «Чистый лес», которая объединила как раз наиболее сознательных граждан всех возрастов. Вот мы сегодня около озера собираем мусор. И как бы сказать, мы очень должны ценить природу, потому что если посмотреть на это все с другой стороны, то мы увидим много мусора и недостатков. Субботник «Чистый лес» прошел всего через неделю после масштабной областной акции по посадке леса. И это тоже символично, отметила ИО главы администрации Щелковского района Наталья Тамбова. Мы только провели акцию «Наш лес», но и поняли, что нам надо не только посадить свое дерево, но и посмотреть, что вокруг нас. Действительно, очень много и взрослых, и деток, которые пришли, а остались неравнодушными к тому, что происходит. Мероприятие помогли организовать районное управление по ЖКХ и благоустройству, управляющие компании «Домжилсервис» и «Альтернатива» и депутат городского совета Павел Жуков. Он напомнил, что организованный субботник в этой лесополосе проходит в третий раз за полтора года. И практика показывает, что эффект есть. Жители меняют свое поведение и отношение к окружающей среде. Сегодня мы видим, что мусора действительно намного меньше стало. За предыдущие два раза мы выгребли с полосы порядка 60 кубометров мусора, то есть и судя по настрою жителей, жители активно принимают у нас участие, принимают участие у нас активно и школа, и детские сады, и родители с детьми. Соответственно, наш район становится все чище и чище. Территория абсолютно реально поддерживается. То, что было в недавнем времени, ну, небо и земля. Сейчас все стараемся массово участвовать, участвуем постоянно в этих мероприятиях по подбору этого мусора после наших несознательных граждан. Но и хочу сказать, даже собирать практически уже нечего. Сознательность жителей повышается, и, безусловно, они заслужили большего внимания к своему отдаленному от центра Щелково микрорайону. Наталья Тамбова рассказала, что районные власти рассматривают территорию на прудах в Щелкове-7 как перспективный проект благоустройства и создания зоны общественного притяжения. У нас большое количество обращений было от жителей, которые говорили, что мы развиваем всегда только центр Щелково, и парковые, набережная, а это не единственное место притяжения людей. Вот мы пригласили проектировщиков для того, чтобы посмотреть, что мы можем, какие идеи можем выдвинуть по благоустройству зоны Щелково-7. Определили территорию, она порядка 7 гектар. Разработка проекта запланирована на первый квартал будущего года. А что касается акции «Чистый лес» в микрорайоне Щелково-7, то по ее результатам было собрано и вывезено 1,5 тонны цветного мусора. Но напомним, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Ирина Микеда, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».